ребята, всем привет! Всем привет! Сегодня у нас очень интересный челлендж. Сегодня мы будем играть в игру «Угадай, кто я?». Итак, у нас карточки, очень много карточек, и мы их перемешали хорошо, И мы по очереди начали, начинает Лика, потом Милана, потом я, вытягиваем закрытыми, ну или просто отворачиваемся, любую карту. Они так, в принципе, они так вот. И можно Лика себе одевает на... Так, давайте сразу ободочки возьмем. Моё это... Давай, Милана, я тебе помогу. Это мы возьмем. У нас такие, можно сказать, ободочки. Куда, собственно, будут вставляться карточки, которые мы сейчас выберем. Ну, а прежде чем мы начнем выбирать карточки... Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, а еще не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Да. А я вытягиваю карточку. Подожди, я... Давай, Лика, я тебе помогу ее. Прицепить вот сюда. Ой, можно. Давай, я помогу тебе. Ага. И я... Давай, помогу тебе. Сначала игры обрадовала. Итак, суть такая. Мы должны задавать вопросы. Допустим, Лика задает вопрос там, я съедобная, а мы должны говорить только да, нет. Отвечать только на да или нет. И кто первый выиграл, угадал свое, кто я, тот, в принципе, и победил. Да. Давай, Лика, начинай. Я живой? Да. Да. Я живая? Нет. Я человек? Нет. Я человек? Нет. Так, ну ладно, что животное? Я насколько? Нет. Я круглая форма. Ну-ка, ну, в общем, я не знаю. Да. Ну нет, ну не всегда. Нет. Да или нет? Не знаю, что ответить. Ребята, да или нет? Здесь нарисовано кругло, но может быть прямоугольно. Поэтому нет. Может, да. Я не знаю, как правильно здесь. В общем, ты поняла. Нет, мам. Я поняла, что я точно проиграла. Ладно, давай, Милашка. Я почему Милашка? А кто? А, ты, да. Я умею летать? Да. Я нужна до людей. Ну, в принципе, да. Да. Эх, ну да, мама. Может быть, я, ты, ну, например. Например? Будильник. Нет. Я сова? Да. Сова ты. И мне уже очень хочется... Да! Крас? Я ребятов не угадала никогда. Эти убираем уже карты. Чтобы они нам не попадались. Я повторно. Дальше? Да. Перемешаем? Можно было не снимать свою обману. А давайте вы продолжаете дальше угадывать. Нет, давай обменять карты. И я. Дайте. Пожалуйста. Я никогда не угадаюсь. Вот Лика всегда так делает. А я теперь уже не хочу. Все. Давай. Опять я не угадаю. Да, просто... Лика, ты никогда не угадаешь. Да, я не живое. Ну, наверное, мне просто... Я живое? Нет. Это сложнее. Я забыла? Нет. Я птичка? Нет. Не жалко. Я. А. По очереди. Я... Нужна для школы? Нет. Что она такое? Давай, Милаш. А я... Сыска? Нет.
Я съедобная? Нет. А я продукт? Я нужна людям? Да. Ну да. Ну, бываешь, да. Ну, нет. Нет, ты некрасивая. Не, ну, почему красивая? Ну, бываешь, да, бываешь не очень. Смотря как. Смотря сколько тебе лет. Так, теперь я. Я нужна ли? Часто? Нет. Так не нужна я? В принципе, если вот так вот все сейчас там раскрутить, туда-сюда, туда. Да, я круглая. Нет. Ну бываешь круглая. Ну на вот конкретно на картинке нет, ты не круглая. Ну, а я забыла, я спрашивала или нет. Ты человек? Нет. Нет? Нет. Ты не человек. А блин. Так, я практически не нужна. Я не продукт. Ребята, кстати, пишите, насколько сложно. Я предмет? Задание. Нет. А что еще? Насколько сложное задание смогли бы вы отгадать? И какую картинку быстрее бы отгадать? Я не человек, я не продукт, я не предмет. Что я? Угадывай. Элементарно. Все, угадывай. Потом увидишь. Что? Я Кто девочка? Сложно. Да подожди, ну давай. Я живая? Нет, ты не живая. Это что-то для школы, школьный предмет? Ну, есть школа для этого. Да. Да. В смысле, есть школа для этого? Ну, мам, ну да. Так, ну, а теперь нужна, я. Нужна, да, для школы? Да. Я здание? Да. Нет. Я ухожу. Ну, фу, я ухожу. Ты проигрываешь? Нет, нет. Ты сдаешься? Нет, краски я. Нет, краски уже будут. Мы уже краски брали, мне нужно быть внимательнее. Вот интересно. Интересно. Я карандаш? Нет. Для карандаша школа? Нет, я так думала, что иногда это бывает, ну, нужно для школы, нет? В принципе, да. Так, ладно, я не предмет, я не человек, я не животное, я не продукт, я не здание. А что я? Кто я? Прошло 24 часа. А может быть, я игрушка? Какая игрушка? Нет. Нет. Да я не знаю, кто я! Что я? Давай, Милана. И чайник. Подожди, че Милана уже ходит. Нет, ну ты чайник, это давно понятно. Я сапка? Нет. Может быть, я парта, стол? Нет. Я одежда? Нет. Я не знаю, кто я. Я перчатки. Ребята, пишите. Я одежда? Нет. Не одежда, понятно. Я, наверное, так предполагаю, глупость. Нет. Нет? У меня слово начинается на букву А. Ну, у меня еще 31 слово. Вопрос лишь? Не на букву А. Давай. Мам. Ты говоришь. Подожди, ты себя. Мама тоже не на. О, как видите? Нет. Блин. Мила, все, задавай вопрос. Я на букву М. О, все пошли по букву. Нет. Ребята, подсказывайте, кто я? Что у меня вот здесь? Может, это варежки? Нет. Да не варежки. Алло. У меня слово начинается на букву Б. Нет. Идем дальше. Милан, давай. Я начинаю с... Подскажи мне. Нет. Первая буква у меня В. Нет. Я часть одежды. Нет. Нет? Нет. Я на букву Б. Да нет! Давай дальше. Ой! Тебе точно 35 букв еще нужно будет. Не, мы не видим. Нет, Лика. Нет. Милана, давай. Пока Лика вспоминает алфавит. Я чайник.
Нет, ты, конечно, не чайник. Ну, не плачь, не плачь, чайничек. Может быть, я какая-нибудь, не знаю, кофточка? Да нет, вообще не в той стороне. Я говорю, одежда нет. Может быть, кофточка. А я забыла. Это букву два раза повторяю, три раза. Ладно, так, надо подумать. Так, все. Нет, понятно, что все. А, Б, В, Г. Я на букву Г. Ты серьезно ты будешь? Да. Да нет. Можешь все пропуск кода. Какая пупа по счету? У меня на голове. Слушайте, это какой-то сложный раунд. Я не люблю неживые предметы. Я не люблю. Живых легче указывать. Я тоже не люблю. Давай. Я птица. Создание какое-то. Создание? Нет, ты не птица. Ты создание человека. Ты не птица. Давай. Я вообще не знаю. Мне тоже. Не живое, да? А, я не струя? Да. Все, я... Нет. Нет. Я думала, какой. Я думала, прям инструмент. Ну ладно, давайте. Я на Д? Да. Да? Да ладно, по нему. Я на Д. Следующая буква готова. Зачем? Я на Д, я на Д. Слушай, это ты все буквы какую-то знаешь, ты все равно не знаешь. Нет, Мил. Я инструмент, значит, я, наверное... Посмотрите, вот тут учите. Музыкальные инструменты, может быть, я... Я гитара? Да! Вообще не твоя очередь. Это не твоя очередь. Не важно, я сказала. Не твоя очередь, поэтому победила в этом раунде я. Итак, у нас сейчас последний раунд. У нас пока сейчас победила сейчас я. В первом раунде кто победил? Я. Лика. А я не знаю. Давай, Милаша, я тебе помогу. А, у нас что, самообслуживание? Ставьте мне, пожалуйста. Ладно, легко. Ой, Лика, ты можешь вообще расслабиться? Да. Может, тебе чай принести? И чайник? Слушай, я тебе уже ответила. Держи чайник. Да блин, чё вы все? Давай. Ребята, это сложно? Ой. Катня. Да? Да. О. Ну давай, Лика. Я живая? Нет. Нет. Я живая. А нет, ну дай мне честно, дай мне карточку поменяю. Что ты ради? Я на живое хочу играть. Давай, Милан. Я живая? Да. Я. Я человек? Да. Да. Я человек. Я общаюсь сейчас. Да. Я продукт? Нет. Нет. Я человек? Да. Короче, я... поиграть я проигрался. Я, может быть, это с профессией что-то связано? Да. Да? Где уже... с профессией связано? Это уже прям, мне кажется, легко. Я... Есть варианты. Я нужна для школы? Нет. Как бы, может быть, знаешь, как-то что-то, но... Нет. Нет. Будет тебя, нет? А я в красной одежде? Нет. Пожарная? Да. Нет. Нет. Я уже так обрадовалась. Я... Профессия? Человек. Профессия? Я телефон? Нет. А что ты сказала это? Телефон запикал, я сказала телефон. Давай, Милаш. Я почтальон? Почтальон? Нет, ты не почтальон. Ну, это легко. Правда? Да. Может, я доктор? Нет. А я не помню, сразу тут продукт? Нет. Я бы не помню, нет, по-моему. Нет, да. Нет. Да. Так я продукт? Нет. Я доктор? Нет. Я учитель? Нет. Я расту или меня... Меня сделали? Да. Ну даже? Ну даже. Ну даже. Давай, Милашка. Даша. Милашка, у тебя... Даша! Давай, у тебя очень легкая, давай. У тебя тоже. Я человек. Так, человек. Я не пацаны, я не доктор, я не ученик.
Люди, то есть. А кто я? Я не постоял. Значит, ты? Значит, я. Значит, ты? Ну? Мне первая одежда. Да. Мам, давай. Может быть, я почтальон? Нет. Нет. Я из дерева сделана? Нет. Да, Милан? Как это трудно, а? Профессия, профессия. Я повар? Да! Кто? А я спросила. Ну зато у нас сегодня нечего. А я спросила, по-моему, я одежда? Ты не спрашивала? Да. Или спрашивала, ребята, напишите, спрашивала. Я, конечно, буду монтировать, посмотрю. Ну, в общем, в любом случае, у нас ничья. И это классно, что у нас сегодня ничья. Я обожаю, когда ничья. Ребята, пишите в комментариях, понравился ли вам такой челлендж. И всем пока-пока!